Ты знаешь путь? Надо скрафтить кирку. Ты знаешь путь? Знаю ли я что? Путь. Путь. Нет. Путь. Ты знаешь путь? А, прости, я тут как бы делом занят. Уходи. Я покажу тебе путь. Эй, ты, говна кусок! Слезь с моего стола! Ну, давай! Кыш! 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 Ты на чё пялишься? И не возвращайся. Окей, парни, хватит. Я не хотел ничего. Ты знаешь путь дьявола? Ой, блин, эй! Эй, отпустите! О, боже, мне надо посрать. Ты знаешь путь? Путь? Какой путь? И что ты делаешь в моем туалете? Выметайся, мне нужно! Он не командир. Взять его, повалить! Что? Какого? Погодка как раз, чтобы поплавать. Ты еще что? Путь, ты знаешь? Убирайтесь, оставьте меня! Ты королева, братья, мы нашли королеву! Эй, не трогай меня! Братья, мы должны целовать ноги королевы, она укажет нам путь. Сосите пальцы. Отвалите, извращенцы! Нет, королева, покажи путь к дьяволу. Нет, сказала же, убирайтесь! О, дядя, теперь он наша, покажи нам путь в твой ботокс. Смотрите, братья, это путь. Да, братья, это точно путь. Эх, старый добрый Майнкрафт. Я по нему скучал. Ты командир. Чего? Братья, сюда, я нашел командира. Ха-ха, Наклз, это ты? Что с тобой? Ты не знаешь Наклзов, воинов Уганды. Так ты командир или нет? Командир? Ха-ха-ха, нет. Вы верно обознались. Тогда мы покажем тебе путь дьявола. Ха-ха, армия твоя где? Черт. Ой, так... Погодите минутку. Ай! Оу! Эй! Вот и все. Подпишись на нас, мы укажем путь. А также поставь лайк и нажми на колокольчик. Как вы думаете, в какой игре Уганда Наклз был бы к месту? Пишите ваши версии в комментариях.